Я очень люблю свой город Мариинский Посад. А почему вы его любите? Все мое детство, вся моя юность прошла в этом красивом, старинном городе. И я очень счастлива, что с помощью Бога я снова живу в своем любимом городе, где прошла наша вся жизнь. Осознанная молодость, красивая, и люди были очень добрые, очень порядочные. Нам жилось в этом городе легко, комфортно. Я хотела бы, если могу это сказать, призвать всех жителей нашего города, нашего поколения. Мы воспитаны, конечно, совершенно другими. Мы все как-то друг друга поддерживали, чтобы молодежь, наши дети, внуки выросли порядочными, добрыми людьми, и чтобы сохранили образ нашего города, и чтобы он был еще краше и добрее, и мы всегда рады гостям, которые к наш город приезжают. Дай Бог здоровья всем. Что вам больше всего нравится на набережной? На набережной я очень рада, что наши объекты культурного значения, Дом культуры, библиотека, музей, все сейчас приняли такое достойное, добротное, такие добротные здания, на которые очень даже приятно посмотреть, и не стыдно нам перед туристами, горожанами, которые жили в нашем городе, и приехав, посмотреть, какие они красивые, и все очень достойно, очень красиво все сделано. Музей, библиотека и Дом культуры. А что больше всего нравится в Мариинском Посаде? В Мариинском Посаде я выросла на Волге. Конечно, мне больше всего нравится Волга. И вот и я сейчас рада, что мы восстановили вот этот дом, набережный дом 30, где у нас раньше был Дом пионеров, потом детская библиотека. И вот теперь мне посчастливилось жить в этом доме. Если бы у нас были бы лодки, байдарки, вы катались бы на Волге? Я на Волге все детство прокаталась. Вот. Ну, с возрастом теперь не приходится, так как я теперь живу одна. У нас был и свой катер, и лодки были. Мы все летом всегда все свое время проводили за Волгой. Самый еще вопрос. На острове. Что нам нужно? Какой арт-объект поставить такой, чтобы всем на заглядение? Ой, вы знаете, здесь я бы очень хотела, чтобы вот эти вот два дома, которые считаются объектами культурного наследия, чтобы скорее воскресли они, как сказать, по-старому, потому что мое детство, когда я родилась, я прожила вот в этом доме. Если вот эти мы два дома не сохраним, у нас туристам, как здесь даже смотреть будет после музея до улицы Волжской, как бы здесь у нас, если эти объекты культуры мы не сохраним, то даже туристам, я бы сказала, нечего здесь делать. Вот сейчас очень приятно, чисто, и пляж хороший. У нас всегда здесь народ, приезжие, из Чебоксар приезжают, из других городов, и всем очень нравится на нашем пляже. Что нам нужно сделать в Мариинском Посаде всем? Ой, в Мариинском Посаде всем надо облагородить все вот старинные дома, и чтобы мы все жители оберегали, любили свои дома, чтобы фасады у нас были достойными, и чтобы он был похож на наш старинный, красивый город, который мы видели, который я видела и росла в каком городе. Старину нужно, потому что наши вот современные коттеджи, они пусть красивые, пусть меня простят, но старина, она есть старина. Здесь жили очень большие, великие люди. Раньше была творческая интеллигентность. Раньше у нас какой был клуб судоверфи. На все вечера приходили руководители, и мы на них смотрели с таким прям обожанием. Мы брали с них пример. И я хочу, что вот наше поколение, которые расстались, которые взрослые живут в этом городе, и чтобы тоже, чтобы мы были примером вот для нашего подрастающего поколения, чтобы детям, юношам, подросткам показать пример. Мы должны, вот, пусть, может быть,
когда что-то не так мы скажем, чтобы они сохранили и сохраняли все наши старинные традиции, и чтобы наш город воскрес, он считался городом старинный.